Стали сестры нежней и красивей, когда каждая в косы вплела Беларусь, Украина, Россия, православных церквей купола. В них небес благодатная сила и тревожная тихая грусть. И славят их народа сплотила православная светлая Русь. Вместе радость и горе встречали и грядущего возрождали величие и славу, осажденные хаты дотла, и могучую током державу освещали.